Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікава людина. Це громадський діяч, голова громадського об'єднання «Соціальна єдність», а також дуже відомий блогер, у якого зараз на даний момент 420 тисяч підписників. І так, зустрічайте, Єгор Мисливець. Привіт. Спасибо, що пригласили. У вас, мабуть, вопроси якісь ко мені появились? Насправді дуже багато питань. І перше питання, що ви сьогодні робили під будинком президента? Відбулася якась зустріч? Хто, з ким разом ви зустрічалися? І яка взагалі мета була цієї зустрічі? Ну, конечно, мы ожидали, что мы придем под администрацию президента, к нам лично выйдет Зеленский, мы расскажем о своих проблемах, пожеланиях, скажем, что мы хотим его поддержать, пожмем ему руку, но, конечно, этого не происходит. Мы пришли, постояли, акция вообще была, это единственная в Украине, первая акция в поддержку президента Зеленского, потому что сейчас его пинают все, кому не лень, Порошенко, все проплаченные олигархи пинают его. Мы этого не хотим допустить, потому что нам выгодно, чтобы Украина оставалась целостной. Мы понимаем, что у олигархов свои интересы, они хотят как можно больше заработать денег, еще больше власти, еще больше рабов. Мы хотим другого, мы хотим власть отдать народу. И если мы сейчас допустим, что Порошенко будет и дальше выводить людей на улицы, будут проводить всякие майданы, сформируется какая-то у них мощная структура, и мы, по моему мнению, мы скоро можем увидеть очередной переворот нашей страны. А очередной переворот мы просто уже не выдержим. Поэтому мы вышли поддержать президента Зеленского под администрацию президента. И попросить его развязать нам немножечко руки, потому что ну, народ Украины сейчас остался в стороне, мы фактически никак не влияем на управление нашей страной. То есть там формально, да, там власть принадлежит народу, но мы никак, никакого отношения к этому не имеем. Мы попросили, чтобы президент Зеленский подписал закон о референдуме, чтобы народ Украины мог провести референдум и таким образом развязать руки. Вопросов же у нас много спорных, разведение войск, кто-то за, кто-то против. Почему не спросить у людей? Может быть, большинство окажется, что против разведения войск, тогда не надо разводить. Или наоборот, большинство скажет, нужно разводить войска, нужен мир, тогда, конечно, все. Мы со всеми спросили, у всех спросили мнение, и президент с полной уверенностью может сказать, так решил народ. Собственно, такая цель у нас сегодня была. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну прийшло приблизно десь 300 людей. Да. А от скільки ви їм платили? Платили на самом деле ничего, мы людям не заплатили. Если мы заплатили, наверное, бы пришло бы 30 тысяч человек, потому что вот акции, которые ставит Порошенко, там масса людей, все хорошо одеты, с транспарантами. Мы ничего никому не платили, люди сами сбросили с деньгами, мы сделали транспаранты, на этом все и закончилось. Поэтому вы увидели, что у нас всего 300 человек. У нас почему-то в стране такая закономерность. За деньги люди готовы продать родину, готовы продать родную мать. Но если что-то нужно сделать бесплатно, во благо себе, своим детям, оставить после себя какое-то наследство, все обычно остаются в стороне. Поэтому мы увидели картину, что всего там было порядка 300 человек, их никто не пересчитывал. Потому что бесплатно. Мы надеемся, что в следующий раз будет людей больше, потому что если мы и дальше будем такие же пассивными, если мы и дальше будем сидеть, знаете, на теплых диванах, моя хата с краю ничего не знает, то мы как бы в скором времени останемся без страны. И единственным вариантом для выживания будет просто уехать там куда-нибудь в Польшу на клубнику и там потихонечку раствориться просто в нормальном цивилизованном обществе. Скажіть, будь ласка, ну ви хотіли зустрітися з паном Зеленським, він до вас не вийшов. Але я отак пам'ятаю, що ті люди, які його критикували, то він з ними зустрічався з задоволенням. Там, наприклад, якісь перехоботи, там, представники С-14. От, може, вам треба його було покритикувати, щоб він вас побачив? Тому що, може, там така психологія відносно цієї справи? Нет, на самом деле это зависит от другого. Зависит, выйдет президент или нет, от количества людей. Да? Если, допустим, там эти С-14, да, радикалы, у них на руках есть оружие, их там крышуют там, Аваков, да, то есть у них есть реальная власть. То есть они могут своими действиями там, навредить или, допустим, что-то сделать, да, там какие-то действия сделать.
то мы очень, нас очень было мало, поэтому ну, смысл к нам выходить. Ну, Зеленский, если он и был в администрации президента, он открыл окно, посмотрел, да, что-то там люди хотят, он же нас не услышал, окна закрыты. Мы передали обращение к президенту, в котором попросили провести закон о референдуме. Поэтому мы бы с радостью его услышали, чтобы он к нам вышел, но нас мало. Я бы, знаете, если бы я был президентом, у меня же есть более важные дела. Там международные встречи, какие-то договоры, разведение войск. Да, ну просто треба пригадати, що, в принципі, це одна із обіцянок була перед президентськими виборами, що ну, нам, народу України, потрібно проводити референдуми ну, в таких-то питаннях, по таким дуже важливим темам. От, і, в принципі, ми про це нічого не чуємо, ми більше чуємо там, про ринок землі, що його треба відкрити. Але, в принципі, і питання про ринок землі, стосовно ринка землі, це теж, скорше за все, треба, ну, як ви казали, провести референдум. Але у мене таке питання. Деякі депутати кажуть, що це дуже дорого проводити референдум. Це буде коштувати там приблизно 80 мільйонів доларів. Може є якісь... Ну, по-перше, це правда, що це так дорого? Наскільки це дорого для України взагалі рахується? І може є якісь інші інструменти, які можуть допомогти, ну, скажімо, швидше і дешевше провести безпосередньо цей плебісцит? На самом деле, ну, конечно, это чего-то стоит. Но на вопрос референдума народ Украины может поставить вопрос о пересмотре приватизации 90-х годов, когда все олигархи, ну, стали олигархами за счет того, что просто украли у нас заводы. Это все нужно пересмотреть. Это принесет триллионы долларов в бюджет Украины. Мы бы поставили вопрос на референдум о смертной казни для чиновников, для людей, которые совершили тяжкие преступления, смертную казнь, причем публичную. Украл чиновник там миллион, ну, миллиард. Как в Китае, да? Как в Китае, публично. Стреляли, и в Китае... Тобто Олимпийский стадион не для Вакарчука будет для его выступов, а для... Для публичных казней, чтобы туда приходили люди... Вы добрая людина, я бачу. Нет, так а почему добрый? Я, может быть, да, это не совсем гуманно, да, у нас как бы мораторий на смертные казни. Ну а как еще? Если мы равняемся на какие-то страны, да, все говорят, вот в Китае мощная экономика. Так давайте перемем опыт Китая. Они же что-то делают, чтобы не было коррупции, правильно? А что они делают? У них смертная казнь, у них работает судебная система. Так давайте мы это сделаем. Депутаты этого не сделают, да? У нас же все партии представлены олигархическими кланами. Они же против себя работать не будут, поэтому исключительно нужен референдум. Дорого это или дешево? Это вопрос относительный. 80 миллионов долларов там, или евро, как сказал Арахами, это очень дорого, у нас нет таких денег. Казалось бы, дорого. Но тут же у нас в эту минуту каждый день воруют такую же сумму. Даже больше. У нас миллиарды наши чиновники воруют денег, разворовывают бюджет, да, выводят в офшоры. Навіщо обіцяти, якщо ну, зараз, ой, це дорого, а навіщо ви обіцяли тоді? Нет, вот ну, они, конечно, да, они обещали немножко другое, там тут к Зеленскому, конечно, не придраться. Они обещали в электронном виде все это делать, да, то есть эту так называемую державу у смартфоне. Это, конечно, хорошая идея, но пока ее реализуют, пока все это воплотят в жизнь, пройдет 5, а может быть 10 лет, может быть 15. А народу-то нужно сейчас что-то делать. По Конституции должны быть референдумы. По Конституции власть принадлежит народу. Вот мы хотим эту власть взять себе. А у нас сейчас ситуация такая получается. Мы приходим к мэру, к мэру не достучаться. Приходим к заммэру не достучаться. Приходим в ЖЭК, тебя не слышат. Что-то с чем-то не согласен, ну подавайте в суд, обжалуйте. Ну, как бы получается, что у нас руководят страной, и страна принадлежит группе чиновников. А мы хотим власть взять в свои руки. Я не согласен с тем, что я еду по дороге и вижу, как асфальт бросают в лужи. Я не согласен с тем, когда вижу, как портят коммунальщики мою собственность. Это мои деньги. Нет никакого... Вот люди не представляют, что такое бюджет. Бюджет – это наши деньги. Мы со своей зарплаты платим прямых косвенных налогов порядка 70%. То есть из 360 дней, 200 дней мы работаем на чиновников. Так я хочу за вот эти деньги, которые я вложил, я хочу спросить. Поэтому, конечно, вот это вот государство в смартфоне, это очень хорошо. Но когда оно будет? По Конституции, по закону у нас должен быть референдум. Пожалуйста, дайте нам это право, то, что предусмотрено Конституцией Украины. Мы больше ничего не просим. А почему они не делают этого? Потому что сейчас Зеленский находится между молотом и наковальней. Там, с одной стороны, олигархи не дают этого сделать. С другой стороны, еще какие-то силы его прессуют. Он бы и рад, но не может. Это не
выгодно никому, ни Международному валютному фонду, потому что мы тут же скажем: «Эй, ребят, подождите, мы МВФ ничего не брали. Нам от этих денег, которые вы набрали, эти миллиарды, не досталось ни копейки». МВФ, конечно, будет против проведения референдума. Поэтому все против, только народ за. И вот мы хотим как бы достучаться, попросить, тобто, чтобы... По великому рахунку, пану Зеленському, окрім того, що опиратися на свій народ, більше ніякої підтримки з боку у нього немає. Абсолютно. А какую? Ну, вы видели какую-нибудь поддержку у него? Нет никакой поддержки. У него одни враги. А, набрали слуг народа, там враги одни сидят. Они там то девочек заказывают, то какие-то там решают вопросы, крышуют. Когда были выборы парламентские, мне позвонили, предложили: «Хочешь в слугу народа попасть?» «Конечно, хочу». $500 000 за 80-е место. Я говорю: «Не, ну, ребят, ну я же не олигарх, я обычный работяга, да, у меня есть бизнес, да, я зарабатываю, но откуда у меня такие деньги? И почему я должен их платить, чтобы потом работать, ну, для себя? Если я заплачу $500 000, я захочу их отбить». Вот люди заплатили по $500 000, они там сейчас сидят, отбивают эти все деньги. Поэтому глупо надеяться, что эти люди будут работать для народа Украины и для Зеленского, они пришли отбить вложенные свои, ну, извиняюсь за слово, бабки. Вот чем они занимаются. Нет никаких друзей. Поэтому глупо надеяться, что Зеленскому кто-то поможет. Единственное, Зеленский может опереться вот на нас, на ту группу людей, которая его поддерживает сейчас. Но я уверен, что Зеленскому не доложили, что мы были. Я уверен, что он об этом ничего не знает, ну, в принципе, и покажут... Мы сейчас будем сприяти тому, чтобы эта информация больше была распространена. Вот, тем паче, а, до речі, хотілося б продовжити цей перелік питань, які можна вивести, ну, виводити на референдум. Тому що, от, наприклад, мене особисто дуже цікавить от подія, яка відбулася нещодавно в Одесі, коли просто барельєф маршалу Жукову, ну, якісь активісти, як у нас люблять казати, ну, взяли просто, ну, перфораторами збили і все. Тобто, може і на референдум виносити питання там перейменування вулиць, там зносити чи не зносити пам'ятники. От, і це взагалі скопом якось краще зробити? Чи по кожному питанню збирати людей і починати їх запитувати? Это хороший вопрос. На самом деле, по каждому вопросу, если касается, есть местные референдумы, есть всеукраинские. Да? Если кому-то не устраивает название улицы или там находится какой-то барельеф, проводится местный референдум. Я хочу, чтобы в нашей стране в первую очередь было верховенство закона. Вот как это так? Какие-то люди подошли, сбили барельеф того человека, который мне нравится. А кому-то он нравится. Ну, какое отношение Жуков имеет? Ну, что он сделал плохого? Да, есть у него там плохие заслуги, конечно, можно придраться. Но это же Вторая мировая война была. Есть и за что его поблагодарить. Все-таки мы победили большой ценой, погибли миллионы украинцев. И это что? Это означает, что теперь могут прийти какие-то молотчики перфоратором сбить барельеф. А если, допустим, ну это вот, кто это сделал? Какие-то националисты. А если я сейчас возьму пару человек, поедем на Западную Украину и начнем сносить памятники Бандеры? Как это будет выглядеть, допустим, вот на Западной Украине? Это будет выглядеть очень плохо, правильно скажут? Это наш герой. Вы будете сразу тетушками. Мы сразу даже террористами станем, я вам больше хочу сказать. Сейчас под вот этим соусом патриотизма, национализма, любви к Украине, вот при Порошенко, можно делать все. Вот я сейчас надену вышиванку, переключусь с русского языка на украинский, и я могу брать автомат в руку и кого убивать, сносить памятники, и меня еще будут называть, какой хороший парень этот Егор Мисливец. Я просто высловлю так свою думку. Нет, есть закон, нельзя. Это называется, я не знаю, как это классифицировать, хулиганство там, мародерство, я не знаю, что они сделали. Есть закон. Если хотят снять этот барельеф, пусть, допустим, Одесский городской совет примет решение, депутаты проголосуют, что да, этот, допустим, барельеф нужно убрать. Пожалуйста, нет вопросов. Пусть приедут коммунальщики, снимут. Ну что это за беспредел? Я хочу, чтобы законы были равны для всех. От вот таких умников, кончая народными депутатами и судьями Верховного суда. Зрозуміло. Я далі буду продовжувати цю тему референдуму, тому що ще одне питання виникає, воно, на мій погляд, дуже таке важливе питання, воно стосується НАТО. І якщо ви пам'ятаєте, Петро Олексійович залишив нам таку дуже класну спадщину, тобто ми в Конституції записали, що ми прагнемо, і це от один шлях, і нікуди ми звернути не можемо, ми маємо прагнути в НАТО. І нещодавно відбулася зустріч пана Зеленського, якого ви захищаєте і підтримуєте, з генсеком НАТО, паном Столтенбергом.
І безпосередньо що ми отримали? Ну, 40 мільйонів доларів на підтримку армії української. Це непогано. Але знов, от хочеться запитати, наскільки це адекватно, що у нас в Конституцію внесено, що неважливо, це цікаво нашій країні, чи не може бути шкідливим, але ми маємо вступати в НАТО. Це є питання, як ви вважаєте, можливо теж на референдум винести, щоб люди якось проголосували за це? Слушайте, якщо це в Конституції, чи можемо ми Конституцію взагалі порушувати? Чи є такі, скажімо, я не знаю, приклади, щоб хтось порушував Конституцію? Это полное наплевательское отношение к Конституции. В Конституции четко написано, что любые вопросы, касаемые направления страны, вектора развития, куда мы идем, в НАТО или там, в азиатский, там, в российско-азиатский союз, это все решается на вопросах референдума. Порошенко, пользуясь вот этой бесшабашностью своей, они просто наплевали на все. Они внесли какой-то, знаете, пункт о том, что Украина идет в НАТО, и это не обсуждается. Это незаконно было. Что значит идем в НАТО? А кто у меня спросил, хочу идти в НАТО или нет? Давайте вернемся в 45-й год. Ну так, кто нам ближе? Мы вместе, значит, с Россией, да, это же была одна страна, Союз Советских Социалистических Республик. Мы вместе отражали атаки фашистов, да, а теперь мы, получается, должны себе привести НАТО, да, которое было создано для того, чтобы противостоять Советскому Союзу, то есть это, ну, как бы наши враги были, да, ну, как бы еще буквально недавно, а теперь мы должны натовские войска вести сюда, и теперь, допустим, ПВО НАТО будет стоять у границ России, да, как отреагирует на это Россия? Что они, ну, как они будут реагировать? Им, конечно, сейчас выгоднее, наоборот, разжигать конфликт на Донбассе, чтобы НАТО сюда не пришло. Они будут спонсировать своих депутатов, своих партий, там будут давать деньги олигархам для того, чтобы натовские войска тут не находились. Базы НАТО России не нужны, потому что НАТО нужно победить Россию, а Россия тоже мощная держава. Вместо того, чтобы вместе развиваться, вместе куда-то идти, для меня, допустим, ближе те люди, с которыми я вырос в Советском Союзе. Мне не так близки немцы, французы, как те люди, с которыми мы росли в Советском Союзе. А нас специально останавливают, говорят, так, там враги, там хорошие люди, вот в НАТО хорошие, в России плохие. Сейчас включаешь радио, социальная реклама. Российская агрессия, вот НАТО молодцы, там вот нас поддерживают, наше будущее с НАТО. Кто у меня спросил? Почему мои деньги, как налогоплательщика, идут на эту социальную рекламу? Я не хочу, чтобы мы вступали в НАТО. Я хочу... Вы сначала спросите, проведите референдум, спросите всей Украины, куда вы хотите. А потом, если Украина примет решение в НАТО, ну я буду молчать. Ну как бы у нас большая кухня. Вот страна, это же ничего сложного. Это как коммунальная квартира. Вот есть коммунальная квартира, комнаты, жильцы собрались на кухне. Куда мы идем? В НАТО или в Россию? Ну, там, идем в Россию или нейтралитет придерживаемся, да, как Швейцария. Швейцария, несмотря на то, что самая милитаризированная страна в мире, у каждого мужика дома полный арсенал оружия с боекомплектом, они же придерживаются нейтралитета и нормально живут. Так давайте и мы тоже станем мощным государством, и тогда нам не надо будет ради 40 миллионов евро, которые нам там НАТО дало подачку какую-то. Мы же сейчас превратились в какую-то попрошайку. Там дайте 40 миллионов, там дайте 100. Ну, чтобы разумеется, эти 40 миллионов евро, если додать еще 40 миллионов, то можно провести референдум. Это ж непогано. Да у нас есть деньги на референдум, на все есть. Только, ну, как бы вы нам дайте возможность. Это недорого в масштабах. Мы вернем это все. Мы окупится это сразу после референдума. Потому что мы вернем все деньги, которые с 90-го года возвращались. Мы станем богаче Германии, елки-палки. Ну да, треба ще врахувати те, що я не до кінця, ну це я особисто, не до кінця впевнений, що НАТО дуже нас чекає. Ну це зовсім інша тема. Дуже дякую за вашу думку, за вашу позицію. А тепер давайте в рамках нашого громадського опитування ми поцікавимося думками наших відомих блогерів. І сьогодні на цю саму тему нам щось цікаве розповість Дмитро Василець. Дивимось. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Во-первых, нужно понимать, что НАТО это не благотворительная организация. И помимо того, что у нее есть политические цели, есть еще и сугубо экономические цели. Потому что так называемые натовские стандарты предполагают определенный тип вооружения, который можно купить только у, понятное дело, определенных стран. А как мы знаем, привилегированный член НАТО – это Соединенные Штаты Америки. И по удивительной, конечно, случайности,
Это еще и главный поставщик вооружения в мире. Он самый крупный получается. И что Соединенные Штаты экспортируют помимо долларов, на втором месте стоит военно-промышленный комплекс. И оружие в разных видах, разных формаций производят в Америке и поставляют в другие страны. И главные покупатели американского оружия тоже по удивительной случайности страны НАТО. Ни для кого не секрет, что сейчас идет процесс, когда Дональд Трамп заставляет европейские страны, чтобы они выделяли как минимум 2% от ВВП, для того, чтобы эти 2% от ВВП от каждой страны, которая входит в НАТО, шли на оборонку, то есть в ВПК Соединенных Штатов Америки, что покупали больше вооружения, ну понятно у кого. И это абсолютно объективный процесс, когда Дональд Трамп выбивает деньги с европейских стран, которые участвуют в НАТО. И с учетом этих обстоятельств вполне логично и очевидно, что структурам НАТО, военно-политическому этому блоку, конкретно выгодно, когда в Украине идет война. Потому что тогда из России можно всегда делать страшилку для того, чтобы выбивать этой страшилкой деньги с европейских налогоплательщиков. Но давайте от этого немножко отойдем и послушаем, что же поведал нам этот самый глава НАТО в Киеве в здании Верховной Рады. Кожен посол представляє свою власну країну, і кожна країна підтримує вас з тим, щоб в майбутньому ви знали, НАТО буде на вашому боці. Ну, знаете, таких заявлений, я думаю, что многих украинцев, знаете, прям полегчало. Ну, прям, ну, если НАТО будет с нами, тогда будет все нормально, можно расслабиться. Но если мы просто вникнем немножко в детали, тогда мы просто поймем, что Украина тратит 5,4%, 5,4% в 2020 году на вооружение. Это конкретно от 9 до 10 миллиардов. Это те деньги, которые идут на военные нужды. И вот конкретно на эти деньги прицелились товарищи из НАТО. Потому что, ну, понимаете, зачем Украине строить свой ВПК, когда, например, Соединенные Штаты Америки, главный экспортер оружия в мире, может всегда поставить за деньги это оружие сюда. Тем самым увеличить количество рабочих мест у себя там, за океаном. Точно так же и Британия, и Франция, и Германия, у которых есть тоже какие-то мощности, которые делают военную продукцию. И в связи с этим нужно снять розовые очки и понять о том, что у НАТО есть конкретные меркантильные экономические интересы. И Украину здесь рассматривают с точки зрения НАТО как рынок сбыта вооружений. И это объективно. Зачем НАТО, например, наше вооружение, которое может произвести наш ВПК? Очевидно, незачем. И здесь нужно четко понимать эти задачи. Потому что у нас многие люди воспринимают вот такой вот бред про всякие вот шаги навстречу, что мы кому-то там поможем и так далее, о том, что там действительно начнут чем-то помогать. Помогать здесь могут только уничтожением наших оборонных заводов. Вот здесь, я думаю, помощь будет конкретная. И причем не только оборонных, а и заводов, которые могут потенциально представлять конкуренцию странам, которых представляет НАТО. И в конечном итоге это и Антонов, это и Мотор Сич, это и прочие предприятия, которые у нас в Украине еще на удивление работают. Протягом багатьох років НАТО підтримує інституції Збройні сили України. Останнім часом через комплексний пакет допомоги, допомагаючи вам запроваджувати важливі реформи з покращення командування і управління Збройними силами, удосконалення системи військової освіти і підготовки і заохочення переходу на стандарти НАТО, а також забезпечення більшої стійкості проти гібридних загроз, кібератак і кампанія з дезінформації. І тут глава НАТО не розказує нічого нового. Всі ми прекрасно знаємо, що країни НАТО і от этот блок НАТО, він помогает нашим вооруженным силам, и вот по словам же того же Столтенберга и прочим там СБУ там и прочим товарищам в кавычках,
каким-то образом противостоять агрессии, понимаете? И если вот мы просто будем следовать логике и словам того же Столтенберга, с учетом того, что по его словам у нас же агрессия России, Украина воюет с Россией, они, получается, предоставляют и обучение солдат, и вооружение и так далее, тогда по логике того же Столтенберга они участвуют гибридно в войне с Россией. Причем участвуют не своими солдатами, а українськими. Попри надзвичайно складні обставини вдома, Україна протягом багатьох років довела те, що вона є міцним і ефективним партнером НАТО, беручи участь в місіях і працях НАТО по всьому світі, від нашої тренувальної місії в Афганістані до розгортання військових інженерів в Косово. Вона також робить свій внесок в сили реагування НАТО і готується робити свій внесок в тренувальну місію НАТО в Іраку. Дійсно, не можна не згодитися з учетом того, що, знаєте, Україна ж просто дуже багата країна. Ну, знаете, Германии далеко до нас, и мы можем себе это позволить. Ну, мы можем позволить себе вот такое сотрудничество, когда вот у нас есть конфликт на своей земле, на своей территории, мы можем, по словам Столтенберга, посылать куда-нибудь в Ирак наших украинских граждан, мы можем куда-нибудь в Афганистан их посылать, в горячие точки, там, где НАТО навязує свою волю тим, хто там на містах. Радники НАТО будуть працювати над з вами, над запровадженням євроатлантичних принципів і найкращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення прав меншин, для боротьби з корупцією і для того, щоб всі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, з тим, щоб інституції України краще служили інтересам народу Украины. Я думаю, что примерно похожие слова говорили последователи Колумба, когда вот они приехали в Америку индейцам, давая им стеклянные бусы, бумажки и забирая при этом землю, территорию, ресурсы, а и впоследствии, конечно же, устраивая геноцид этих самых индейцев. Здесь почему-то мне вот так кажется, что ну, похожа логіка прослежується. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Я согласен, що дорога в НАТО буде реально сложною, особливо не тільки сложною, ще й безсмисленною, безпощадною і безполезною. Если вот брать и рассматривать этот вопрос с точки зрения суверенитета Украины, сохранения ну, нормальной страны и какого-то экономического развития, с учетом того, что еще же нужно как-то свой ВПК строить и так далее. А вообще мне всегда было интересно, как вот НАТО, военно-политический блок, который разбомбил Югославию, расчленив ее на много кусков и по очереди некоторые вот эти куски притянул все-таки в НАТО. Точно так же и в Ливии это было тоже выход за рамки международных норм, международных прав, международного законодательного такого поля. И это никого не смутило. То есть, ну, воспринимать НАТО как некую такую добрую, позитивную, хорошую структуру с хорошими ребятами в этом контексте практически невозможно. Но здесь мы видим, когда вот этот военно-политический блок наряжают в овечью шкуру, и это даже прописали в закон, чуть ли не в конституцию, что вот наш там курс там ЕС, НАТО и так далее. И это не постеснялись сделать. И, конечно, мы, как граждане Украины, вынуждены теперь наблюдать уже вот подобного рода процессы, когда вот такие визиты, ну, не возникают, не вызывают никого вопросов на высоком уровне у нас, у государственных мужей. И, кстати, по поводу эффективности работы НАТО и прочих вот этих вот всяких организаций, которые вот информационно помогают Украине отражать информационные атаки. Ну, вот этот ролик по логике того же этого главаря НАТО, этого Столтенберга, это тоже информационная атака, потому что я, о боже, посмел взять и раскритиковать вот этот вот курс и просто пояснить людям, что НАТО не благотворительная организация. ЦТВУ. То блогеры Украины. ЦТВУ. Тут немає табу.
Дуже дякую, Ігор, вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Я сподіваюся, в вашій справі все буде гаразд, і ви доб'єтеся того, що пан Зеленський все ж з вами зустрінеться, і ви зможете віч-навіч з ним поговорити на цю тему. А на сьогодні це все. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.